школе номер 28 меняют окна и ремонтируют крышу. Ремонт в образовательном учреждении стартовал неделю назад. Его начали раньше времени из-за перевода учащихся на дистанционный режим. Одновременно работают два подрядчика. Одна подрядная организация заменит 18 старых окон на новые, современные, сохраняющие тепло. Другая поменяет одно окно, выполнит монтаж цоколя отмостки, отремонтирует кровлю. Работы идут с опережением. Средства на капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории выделены в рамках программы развития образования на условиях софинансирования с районом. Из краевого бюджета выделено 3 миллиона 257 тысяч рублей, из районного 362 тысячи рублей. Новый учебный год начнется 1 сентября. Пока неизвестно, в каком режиме придется работать педагогам и их воспитанникам, но все учебные заведения готовятся встретить своих учеников красивыми, обновленными и современными.